В природе многие животные пользуются маскировкой, которая необходима им для выживания. Чтобы найти таких замаскировавшихся животных, требуется внимательность. Хотите узнать, насколько у вас развит этот навык? Тогда предлагаю вам пройти следующий тест, во время которого вам нужно будет найти спрятавшихся на фотографиях животных. На то, чтобы обнаружить каждое животное, вам будет даваться 15 секунд. Готовы? Но перед тем, как мы перейдем к тесту, не забудьте подписаться на канал. А если вы уже подписаны, то нажмите на колокольчик и поставьте галочку «Сообщать мне» обо всех новостях этого канала, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну что, начинаем? Погнали! Здесь спрятался морской конек. Здесь спрятался паук. Здесь спрятался богомол. Здесь спрятался паук. Здесь спрятался палочник. А здесь спрятался мотылек. Здесь спряталась лягушка. Здесь спряталась сова. Здесь же спряталась рыба. А здесь спряталась кошка. А здесь спряталась кошка.
здесь спряталась птица. Сколько раз вам удалось найти спрятавшихся животных? Напишите свои ответы в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк.